Так, лыжи охотничьи со щеткой против отката. Сделал такую щетку на лыжи. С передней части ноги. Тут вот крепление. И с задней части ноги. Такие вот ворсинки. Вставлены прям в лыжу. Просверлены. И вот таким вот образом, вот через ниточку, закрепленные, петелька в отверстие раздевается, нитки, а в ниточную петлю ворсинки вставляются и пополам складываются, и затягиваешь прям туда в отверстие. И прежде чем вставить вот сюда, вот в эти отверстия, намазал горячим. Это клей, который с пистолета нагревает. И он заклеил прям отлично. В один сезон уже они отходили. Назад не отдают. В горки достаточно большие. Можно свободно без палки зайти. Со всей амуницией. Но еще маленечко, конечно, можно добавить было сюда. Но мне пока достаточно. На следующий год, может, и добавим. Сделал таким образом. Сначала просверлил сверлом 3,5 миллиметра. Где-то миллиметра 2-3 глубиной. А потом насквозь уже просверлил 2-миллиметровым сверлом. И туда вставляется нить. Нитку я использовал, ну, обычную, там любую капроновую. Главное дело, чтобы прочно было. Ну и вот это вот у меня старая плетенка осталась. Плетеная леска Power Pro 0.12. Вот я из нее сделал. Она такая достаточно прочная, рвется туго. И вот проздел. И так вот оставил. И здесь тоже самое. Вот сезон уже отходили. Завтра закрытие сезона зимней охоты. Вот. Думал, будет хуже, а нет. Хорошо. Сделал щетки, взял обычную щетку. 50 рублей купил в магазине. У нее ворс вот такой вот 10 сантиметров где-то длиной. Я его пополам прям сложил, просто срезал все щетинки и вот сложил и вставил. Тут вот в одном пучке 24 ворсинки вставлены в каждый пучок. Размечал, сделал трафарет вот форме вот такой галочки, как здесь вот сделано, дырочек в нем насверлил и просто приложил трафарета и маркером точки наставил. Вот у меня прям вот такой трафарет был длинный, точек наставил, насверлил сначала все сверлышком одного диаметра, а потом насквозь уже сверлышком меньшего диаметра и вклеил туда, и нормально, очень доволен. Вот такие вот лыжи. В горке вскарабкаются отлично. И ничего не прилипает. Потом просто так же, как и все голицы, просмолил их. И натер обычным свечным парафином. Перед каждым выходом просто слегонца парафинчиком натру. И все. А так и лыжи просмолены. Лыжи самодельные. Поэтому первый раз не жалко было на них. Будет, так как уже буду приобретать другие. Вот, но когда столкнулся с отдачей лыж назад, очень это мне не понравилось и решил, что нужно что-то с этим сделать. Камус больно лосиный, больно нигде не достанешь, днем с огнем не сыщешь. Искусственный камус тоже дороговатый. Решил сделать вот такую щетку. Находил там
описания в интернете из журналов. Кто-то делал вполне нормально. Некоторые делают вот тут петельку такую. Она как бы, когда идешь, она идет по твоему ходу, скользит. И когда назад лыжи отдают, она как стопор упирается назад. Но я не стал такого делать. Решил сделать вот так вот. Мне стало интересней. Ну ничего, на самом деле очень хорошая штука. Конечно, кропотливая работа, но оно того стоит. И ходить уже на лыжах достаточно удобно и хорошо. Ничего не мешает, ничего не отдает. Ну и мазями, всякими парафинами мазать, мазью против отката. Как бы я посчитал, что это как у нас здесь холмы постоянные. Вершины одни, ходить тяжело. Пришлось сделать вот такие вот щетинки на лыжи. И старые этим лыжам уже 20 лет. Они все ездят. Вот. И тут видно, что нитка, она вот так вот вставлена. Я ничего ничем закрывать не стал пока. Просто так снаружи вроде бы протирается. Вот такие вот у нас лыжи.